Уважаемые одесситы, дорогие ветераны, 8 и 9 мая мы отмечаем важные даты в героической истории человечества. День памяти и примирения и День победы над нацизмом в годы Второй мировой войны. Мы вынесли главный урок из истории. Ни один враг не сможет захватить народ, объединенный любовью к своей родной стране. Наша сила в нашей сплоченности. Мы все хотим одного и того же – жить в мире и спокойствии в своей стране, чтить традиции своего народа, работать, расти детей и смело смотреть в будущее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, а главное – мирного неба над головой.